Всем привет, с вами Сам, и сегодня скажу, почему не будет боя между Чоршанбе и персидского дагестанца. Погнали! В одном из своих видео я говорил, что будет бой Чоршанбе и персидского дагестанца. Но в одном из интервью Чоршанбе сказал, что боя не будет. Бой Чоршанбе с Мухаммедом Хейбати должен был стать главным YouTube-событием для компании Fight Night Global в конце 2020-го. Камил Гаджиев в интервью Sport24 сказал, почему бой отменен. Можно ли с уверенностью сказать, что главного боя Fight Night для YouTube-площадки в конце 2020 года не будет? Чоршанбе получил травму. Сейчас мы ждем медицинские документы. Хейбати остается, ищет для него интересного соперника. На выручку брату пришел брат Чоршанбе Азизхан Чорсанбиев. Он подерется с Амирханом Оевым. Это может быть хорошая история для Ютуба. И конечно, как Чоршанбе выздоровеет, ему обязательно нужно будет подраться с Хейбати. У вас есть немного сомнения? Помните, что сказал Пираев? И он дал согласие. Перс, готов ли ты выйти с ним на бой? Он как боец, он не моего уровня. Если он Чоршанбе выиграет... Может, это он все построил, чтобы не драться с персидским дагестанцем? А то ему было бы хуже. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.